Две равноуважаемых семьи. В Вероне, где встречают нас события. Только 8 января зрители смогут, не покидая пределов зимнего города, совершить путешествие в средневековую Верону, где кипят шекспировские страсти. Илья Авербух представит Казани грандиозный ледовый драматический спектакль «Ромео и Джульетта». Спектакль восхищает звездным составом. В постановке участвуют сразу 6 олимпийских чемпионов. Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Драньков. В спектакле задействовано 22 спортсмена международного класса, артисты ледового балета, вокалисты и музыканты. Потрясающие декорации, спецэффекты, роскошные костюмы, незабываемая музыка Прокофьева. Вы точно пожалеете, если вас не будет 8 января в Татнефть-арене.